Сегодня 1 июля. Поем, Степа тоже. Положи ручку и слова смотри. Если нет слов, а то соседа. Степа, смотри. Я тебе сегодня уже столько нареканий сделал. Начальник куда говорю, придется говорить. Ты совсем не слушаешь. Степа. Так, второй куплет. Просто мне перелистывать приходится. Знаешь же ты, что Христос умер воскрес, Он победил окончательно грех. Кровью своей и тебя Он омыл, чтобы и ты в тех обителях жил. Сердце твое может оно, и как стайка хранит, вспомни, как Он на руках тебя нес, Он и тебе, твой Спаситель Христос. Сердце твое пусть не молчит, может оно, и как стайка хранит, вспомни, как Он на руках тебя нес, Он и тебе, твой Христос. Не забудь, прогони сердце страх. Вот ты живешь, завтра нет тебя прах. Только душа пусть надеждой живет. Все поем. Он хочется взять ей тяжелый свой гнет. Тарасик в том числе. Сердце твое пусть не молчит, может оно и как сталька гранит. Он не огонь, он как тебя нес, он и тебе, твой Спаситель Христос. Сердце твое пусть не молчит, может оно и как сталька гранит. Он никакой на руках тебя нес, Он и теперь твой Христос. Итак, запишем распорядок дня. Распорядок дня. Распорядок дня. Давайте. Пишем? Все пишут. Я буду на маленьких ориентироваться, так что наберитесь терпения, старшие. Давайте ну, хотя бы несколько стихов, чтобы они тоже записали, а потом мы с вами. Итак, как с кроватки свесим ногу, сразу скажем... Слава Богу! Правильно. Как с кроватки с большой буквы пишем? Как? Степа, зачем ты там пишешь? На обложке. Как с кроватки свесим ногу, запятая.
Где остановиться? Как? Скролл, ватки. Написал все? Как? Скролл, ватки. Как? Написал? Скролл, ватки. С? Скролл, ватки. Ну, кровать. Как скролл, ватки. Свесим ногу. Свесим ногу. Запятая. Сразу скажем. В кавычках. Слава Богу. Сразу. Двоеточие. Кавычки. Слава Богу. С большой буквы. Это прямая речь. Слава с большой буквы. И Богу с большой буквы. Восклицательный знак. Кавычки закрыты. Еще раз повторяю для маленьких. Как с кроватки свесим ногу. Запятая. Сразу скажем, двоеточие, кавычки открыты, большой буквы. Слава Богу. Что там дальше? Как с кроватки свесим ногу. Запятая. Запятая. Сразу скажем. Сразу. Вместе пишется. Сразу скажем. Слава Богу. Ну тут у нас разные возраста, поэтому так получается. Иногда мы их разделяем, со старшими проводим, потом младшие у старших переписываются. Сразу. Я уже написал. Скажем. Тихо. Так, разговоры. Сразу скажем. Двоеточие. Слава Богу. Записали все? Да. Вику уже полюбил. Сразу скажем, слава Богу. Ну все, все, тебя ждем. Да, все. Второй стишок, так будем называть. Тоже большую букву с новой строки не забывай. После встанем у кроватки. После встанем у кроватки. Встанем. Все одно слово. В, С, Т. Встанем у кроватки. Запитаем. Чтобы выполнить зарядку. После встанем у кроватки, чтобы выполнить зарядку. Тарас, ты записал? Прося, рот закрывай. Она же больше. Встанем у кроватки, чтобы выполнить зарядку. Написали все? Нет. Комаров у вас тут меньше стало. Угу. Ребятишек больше, комаров меньше. Это закон в лагере. Угу. Все написали? Да. Вика, так долго пишешь. После встанем у кроватки, чтобы выполнить зарядку. Чтобы вместе пишется. Точка. Третий. Чтобы не бегать к докторам. Запятая. Чисти зубки по утрам. Ксения, убери воротник. Ты зачем ты натянула? Чтобы не бегать, чтобы. Не чтобы, а чтобы. Вместе пишется. Не бегать к докторам. Чисти зубки по утрам. А не бегать, а отдельно пишется? Раздельно, Степа. Не бегать. Не с глаголом пишется раздельно. Чтоб не бегать к докторам. Чисти зубки по утрам. Вечера.
Вот так идет подготовка к костру. Подготавливаемся. Ждем гостей с Роснадзора. Но сейчас их почему-то нету. Обещались в 11 часов уже подъехать. Никого нету. Вот так, слава Богу. Все.